За 7 лет я ни разу не была на твоем концерте. Так ты что, обманываешь маму? А что я ей должен был сказать? Мама летит с тобой в Москву. 30 лет я живу вместе с мамой. Я знаю наизусть ее каждый шаг. Мы с мамой улетаем в Париж. Галя, вы опаздываете. Галя, будет тест. Я поздно сегодня, если что, секретарь. Новые истории, новые герои. Сказали, что по этому номеру может быть моя мама. Голубые глаза. Нет, здесь такой нет. Если я стану мисс Снежинкой, то у меня настоящая принцесса. Мы с Полей поссоримся навсегда. Я вообще не представляю, как мы ей устроим этот концерт. Один зал есть. Зал нашего стриптиз-клуба. Главный фильм нового года. Давай тогда поиграем в мою игру. Обещаю, что будет интересно. Слишком много обещаний на сегодня. Меня зовут Сильвана Паша. Тебе не говорили, что баловаться по телефону — это нехорошо. Детский дом номер 4. Передайте ей, что я ей звонил. Продолжение фильма «Мама». Новый год на носу. Наступающий наступай. Поздравляю. С наступающим, кстати. Только даже на домашнюю выпечку не попал. Это всего лишь торт. Я бы такой же смогла сделать, если бы было время. Дедушка Мороз, миленький, это для мамы. Гош, ты вообще кого привел? Скажи спасибо, что их вообще одел. Я не могу больше слушать эту музыку. Давай пересядем. Мы один раз живем. Она дает им на жалость, все выиграет. С Новым годом, мамы. За тем столиком видишь, кто? Узнаешь? Ален Делон. Слушай, правда, Делон. Мам, я люблю тебя! С 27 декабря во всех кинотеатрах. Что же вы такого петушка не повесили? Ну вот, совсем другое дело. Без возрастных ограничений.